Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрик Кан, и сегодня у нас 15 глава «Воры Либертали» игры Uncharted 4 «Путь вора». Так, вот зашли мы в такое интересненькое помещение. Дорого-богато жить не запретишь, да? Тут ничего. Ага, тут можно по ящичкам лазить, да? Я думаю, возможно, даже и запрыгивать можно. Все круто. Но не допрыгивать, окей. Ладно, тогда давайте чекаем ящики. В любом... Опа, записочка. Только хотел сказать, в любом случае из ящика что-то найдем. Много сокровищ. 10 тысяч серебряных могольских монет. 93 тысячи. Короче, тут вся добыча ихняя. В конце 4 бочоночка вина. Что ж такое мы найдем с вами? Вино или золото? Опа. Сундучок. Пустой. Ничего. Куда все? Каничуа? Вор. Еф. Ага. То есть здесь было какое-то разоблачение. Здесь было какое-то разоблачение. Так, нам надо смотреть наверх. Нам по-любому где-то надо будет забираться наверх. Вот еще один. Еще один вор. Нет. Тут походу всех капитанов порешали. Эй, иди сюда. Найти союзника. Где-то там есть. Эй, Нейт, посмотри. Давай, смотрю. Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета. Все эти пустые полки. Оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? А есть варианты? Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери. Тью. Основатели Либерталии. И везде написано вор. Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Ха. Я знаю, где оно. Что? Где? Карта. Охренеть, на потолке. Карта. Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. Давай, давай, идем. Только подожди, я, наверное, все-таки хотел бы прочекать как бы нам хотя бы вот здесь территорию. Что-то мне подсказывает, что здесь что-то будет. Ага. Так, готов? Так, шаг первый. Второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Прими комплимент. Спасибо. Вот так. Роскошно выглядит. Давай залезем. Так, по территории я смотрю, больше чекать здесь нечего. Здесь все уже просмотрено.
Ага. Не туда мы прыгнули, я понял. Надо было все. Но мне там кажется, люстра очень высоко находится. А, хотя мы, в принципе, можем кошкой зацепиться там. Да. Кошкой зацепились. И куда нам? Все, вижу, вижу. Да, да, я уже понял. Раскачиваемся. Прости. Мне кажется, картина какая-то сейчас упадет. Что? Ты наступил на Болдриджа. О, да пофигу. Правда. Да пофиг, на кого мы наступили. Так, братюня, куда тут дальше топаем? А, стоп, вот оттуда мы пришли. Да, это место я помню. Ну, есть. Пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй, сейчас сглазишь. Ага. Да-да, что ты под столом ищешь? Заначки всякие. Закладки. Кто-то с жопой просидел диван. Опс, рано радовался. Я же говорил. Крюк. Окей, спасибо. Конечно. Пока я не пойму, куда мне там надо было. Ух ты, ёб твою мать. Ну давай, показывай дорогу уже. Ну давай, я без тебя не пролез. Ну, только не говорите, что игра баганулась. Ну, давай слезем, окей. Пиздец, он телепат. Все нормально. Отлично. Не откажусь. Готов? Готов. Сейчас. Давай, отойди. Чемодан скинет. Давай. Что-то нашел. Поберегись. Мне интересно, если он на меня чемодан скинет. Ага. Идем. То есть герой как-то отошел. Чудным образом. Вау. О, вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Шикарный вид. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Охренеть, охренеть, как круто. Я ни хрена не вижу, куда они спускаются.
Можно как-то камеру повернуть? Это нам тут наваливают. Иду! Ты где? Тихо. А дверь выбить не? Куда бежать? Ну. Да он у меня не прыгал в ту сторону. В смысле? А в прошлый раз такого не было, оно все горело. Да ладно! Как ты догадался? Вниз быстрее! Не жди, иди! Ааа, блядь! Нейт! Нейт! Давай, уходим! Уходим! О, еще одна ракета. О, май гад. Вот гад. Давай, наверх! Они вон там! Понеслась! Давай, давай, быстрее, 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 быстрее! Твою. Не стоять! Не тормози! Не стоять! Не тормози! Жесть. Спасибо. Бежим. Бред какой-то. Бегом! Отлично, открыл дверь. Давай, 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 залазь. Сокра, все будет болеть. Ура! Черт! Сэм, наваляй ему! Есть. Ладно, попробуем еще раз. О, мы хоть в доме теперь находимся. Но, в принципе, это особо не меняет роли. Да, вот мы теперь вылезли. Ах ты, сука! Надин, рад тебя видеть. А, все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. К
Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Ну, понеслось. Достал этот остров! Достал твой брат! Не достал! Ну уж нет! Как же это делать? Так, давай, может, договорить? Отлично. Держись. Куда лезть? Держись. Я иду. Я сейчас. Один. Отлично, отлично, отлично. Ну, грибанули все тут хорошо. Ты шустрая, но недостаточно. Да, оставь. Надо выбираться, пока они... Черт. Эй-эй-эй, давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен, хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили в Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю.
Сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя! Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь ошибку! О, Господи! Нейт! Эй! Нейт! Мысли, они постоянно за ним следили? Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Глава 16. Братья Дрейки. Ну что, друзья, в 16 главе мы с вами встретимся завтра, да? В 15 мы нормально так отгребли. Упали. Нас все-таки вынесло водой куда-то. И мы таки остались живы, хотя должны были нас убить. А 16 глава, я смотрю, у нас получается начинается с того, с чего в принципе началась игра. Там, где мы хотели малолетние украсть вещи нашей мамы. У какого-то богача. Так что, встретимся завтра. Всех целую, обнимаю, приподнимаю. Пока-пока. До завтра.